Итак, друзья, такая маленькая зарисовочка из города Рига. Находимся в центре. Название центра этого я не знаю, но такой торговый центр. Вот сидим здесь, гоняем чаек. Есть разные такие, видите, такой большой, красивый вообще центр. Это новый, я так понимаю, центр, потому что... Джон, этого же центра раньше же не было, правильно? Не было. То есть все новое здесь. Тут, похоже, изнутри все сломали и перестроили. Тут был, видимо, как по-обычному жилой дом. Не было ничего. Так что довольно-таки круто, я смотрю. Ну да, красиво построили. Красивый пол, колонны красивые. Да. Стиль есть свой. Коричневые цвета, очень приятно. Вот единственное, они не продумали подставки для этого самого. Для ног, да, да, для отдыха. Отдохнуть, ноги устали, вот. Это точно. А кофе, между прочим. Хороший? Цвета, хороший, отличный, да? Да. Ага. Это же не двойной, это одинарный обычный. Да? Ага. Но он достаточно крепкий, ароматный. Пенка такая шикарная. Реально отличный. Отлично. Я лишь дополню, что цена на кофе и на чай, и на тот чай тоже около 2 евро. Один чай, один кофе получается, примерно, если так грубо брать. Вот. Пока еще Латвия живет в латах, но скоро Латвия тоже переходит на евро. Вот пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.